Итак, сейчас будет лайфхак от Пахи-Трахи. Как получать халяву в Маке? Рассказывай. Здесь, короче, есть система бонусная. Шикарная штука. Вбиваешь сюда свой код. 6816. Так, вот. Так, написано, здесь там, да? Принял. Здесь, короче, у меня rewards. Вот у меня сейчас почти 3000. А что на них можно взять? Ну, пока ничего, я их просто коплю. А вообще, сколько стоит вот что-то, если захочешь взять? Ну, например, бесплатно я могу пока что только вот это взять, но это фигня. Угу. Я обычно коплю, типа, что-нибудь там, когда накапливается, вот... 6000, чтобы Биг Мак получить. Ты можешь, да, вот взять, типа, Биг Мак, Бейкин. А как долго копятся поинты? Они очень быстро копятся. Вот. Ну, классная тема, то есть буквально несколько покупок, и у тебя там 6000. Бесплатный потом Биг Мак? Ты просто бесплатно берешь Биг Мак, да. Давай, заказывай. Классная бонусная система. Я ни разу не пользовался, я в Маке очень редко А есть ем. Еще здесь Deals, тоже классная штука. Что это? Ну, вот, например, Free Big Mac with minimum purchase. Ага. Короче, они уже не знают, как людей заманить, я так понимаю. Здесь много всего прикольно. Походу, убытки несет Макдональдс, из-за этого они... чтобы ты хоть как-то возвращался. Придумали поинты эти. Посмотрите, он получит за 29 центов. Quarter Pounder. А как так? Ну вот смотри, берешь Биг Мак. Один из них бесплатный. Вот два Биг Мака, один бесплатный. Чего, блядь? А с какого хуя это получилось? Два Биг Мака за $6. Понял. Паха очень довольный. Ну да. Сейчас меня там захуесосят, скажут, бомжары в Америке питаются маком. Да пошли вы нахуй. Что есть, то есть.